Ульяновский художник, лауреат Пластовской премии Ирик Нурдинов является мастером пейзажа. Одним из любимых мест, где живописец черпает вдохновение, является село Преслониха, родина народного художника СССР Аркадия Пластова. Здесь им написано сотни пейзажей, причем много зимних, весенних и осенних, когда природа просыпается и замирает. Теперь 14 живописных работ Ирика Харисовича представлены в музее Пластова на его персональной выставке, где можно полюбоваться окрестностями Преслонихи во все времена года. Для меня, конечно, важно в пейзаже это образ. Да, если мы пишем картины, для нас это задача, такие важные, это радость, тревога, печаль. Это все должно быть отражено в картине. А в этом же есть и красота в этих вещах, а не то, что там вот нужно вот голубое небо, зеленая трава, такого не должно быть. Поэтому мечта такая у меня. Создать очень много вот таких серий о Преслонихе. В первый раз Ирик Харисович побывал в Преслонихе в 2000-е годы, работая на пленэрах. Он полюбил это место всем сердцем, она стала для него родной. Однако малой родиной Ирика Нурдинова является Пермский край. Там, в глухой деревне, когда ему было 4 года, он впервые взял в руки простой карандаш и сделал первый свой набросок. Да мы и не знали, что есть и художники-то там вообще существуют. А карандаша я и не видел. Это в детстве родители писали письма на родину. И впервые я увидел карандаш. Да, у них как и что оставляет след карандаша. И после этого я вот уже начал, взял карандаш и начал рисовать. Это последствия уже я в школе уже нам выдали цветные карандаши. Впервые я увидел в школе. И с того времени вот я уж рисовал, да потом в редколлегии, в школах. Затем Ирик Харисович служил в Советской армии художником-оформителем. Потом учился на художественно-графическом отделении Чебоксарского педагогического института. В 1986 году переехал в Ульяновск, где постоянно участвует во всех областных и международных художественных выставках. Ирик Харисович является руководителем международного пленэра «Мир на кончике кисти» и гостевого дома художников в Преслонихе. К слову сказать, Ирик Харисович приехал на встречу с нами прямо с родины Пластова вместе с участниками школы пленэра для молодых художников «Творческая дача Преслониха». Этим летом она проходит уже второй раз. В ней участвуют 13 человек из разных городов России. Один день им выделили для знакомства с Ульяновском. Заодно молодые художники посетили музей Пластова и побывали на выставке Ирика Нурдинова. Часто бывает, что у художников... В общем, есть какие-то любимые цвета, вот они их нашли, и они их из картины в картину, и приходишь, и вся вот галерея картинная, она, ну, такая, однообразных цветов, то есть, вот как говорят, из одного ведра мазанная. А вот у Ирика Харисовича, если вы посмотрите, да, у него везде разные цвета, разные состояния, переходные, спокойные, то есть, конечно, он, ну, мастер своего дела, безусловно. Многие участники пленэра впервые в Ульяновской области. Для пермяков и ветчан, выходцев из зеленого коридора тайги, даже природа здесь в новинку. А как признался Константин Масленников, в Преслонихе у него история детства совместилась с историей настоящей. У меня была книжка, мне подарили на день рождения там Пластов и портреты вот этих людей всех. И очень хотелось кого-то увидеть, вот эти фамилии. То есть мы их все, в принципе, знали. Мы знали внука Пластова, то есть где он там, внук Коля, вот есть картина у него рисует. Или там Петра Тоньшина знали. То есть все эти люди, они как будто такие уже... Уже немножко знакомые, родные, и вот мы приезжаем, и там вот Валя Волкова пришла к нам. Ну, то есть вот такие все вещи, это очень удивительно. Выставка заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан Ирика Харисовича Нурдинова входит в проект музея Пластова, посвященный лауреатам международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова. Познакомиться с новыми работами художника можно до 26 августа. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.